«Я делаю город чище». По таким девизам сегодня в Ноябрьске развернулась городская добровольная экологическая акция. Под патронажем главы городской администрации на уборку удаленных поселков вышли и работники органов самоуправления, и трудовые отряды, которые в том числе вошли воспитанники молодежных центров «Современник», «Поиск» и «Прометей». Акция посвящена Всемирному дню охраны окружающей среды и одновременно проводит в массы идею президента России, который объявил 2013 год в стране годом охраны окружающей среды. Основной фронт работ участники акции развернули в 15-й мехколонии. Добавлю, что сегодня на уборку города и прилегающих районов вышли сотрудники многих предприятий. К примеру, коллектив издательского дома «Благовест» по традиции очистил от мусора берег одного из карьеров.